Всем привет, у нас тут пианинка работает на батарейках. Тут есть кнопочки. В общем, снизу у нас есть кнопочка on-off, мы ее включаем. Тут будет такой звук включения. Будет еще такой. Вот, отлично, включили. Тут будет играть как пианинка. И наоборот. Тут вопрос будет... Цвета говорите разные, ну, правильно, неправильно. Правильно. Еще когда думаешь, вот смотрите, оно молчит и потом еще раз повторяет. Покажи, и вот можно еще неправильно делать. Неправильно. Подумай еще. Покажи, вот нажимаем. В общем, разные звуки для малыша подойдет. Сюда нажимаем и у нас тут будет музыка. Подойдет для маленьких и подойдет для взрослых такая музыка. Хотя, стоп, что это? Это не тот режим. Вот, смотрите, есть такой типа барабан. Стучат, такой вот барабан прикольный. Есть детская песенка такая. Это уже можно сказать для взрослых. Тут есть такая, есть еще такая песня. В общем, меняются песни, вот можно тут нажимать, можно тут нажимать. Примерно 6-10 песен тут есть в комплекте. Можно нажимать на любые, и потом повторяются песни. В общем, хорошо. Теперь еще тут есть, вот смотрите. Видите, красный. Птичка потом повторяет там. И потом мелодии. Вот смотрите. В общем, мелодии. Нажимаешь сюда на оранжевый. Обезьяна. Звуки обезьяны. В общем, звуки животных издают. И песни. Дальше тут желтая пчела. В общем, смотрите. Вот. Желтая пчела. И тоже снова песенки. Вот разные. Сдает. В общем, интересный пианино. Еще есть ква, зеленый, лягушка. Вот звуки лягушки есть. Вот видите. Еще звуки лягушки и последний слон. Вот звуки слона. И песня слона. Ну, в общем, классная пианинка, подойдет и для малышей, и музыка для взрослых. Работает она на трех пальчиковых батареечках. Тут есть кнопочка on-off. Вы ее включаете. Включаете. И когда off, она включается, а когда on, она включается. В общем, подойдет для малышей, как вот такой пианинка. Вот я уже вам говорю, в общем, пианинка. В общем, есть такие тут звуки небольшие, смотрите, вот такие вот маленькие звуки. О, есть бэйби, звуки бэйби, звуки малыша, в общем, интересные такие звуки. Смотрите, вот, снова бэйби, в общем, классно подойдет для малышей. Кому нравится, покупайте. Мне нравится, вот тут будут звуки, вот тут отсюда выходить. И вот такое будет включение звуков. Такой, вот такой звук включения и вот такой снова. В общем, кому нравится, покупайте. Всем пока!